Всем привет, с вами Антон 99, Ломаликс и Пирог. И сейчас мы будем проходить карту Electric Cave. Карта полностью английская. Так, ну читай, кто-нибудь, читайте. Ломаликс? Короче, правило не ломать блоки, не использовать всякие чипы. Короче, что-то с вещами связано. Билд, а это строили кто, и все. Ну, в общем, правила стандартные. Да, правила везде стандартные. Антон, здесь книга есть. Дёрг Джерри, 7-19-1897, Monday. Early today we got here to this camp. We had some food and taken a bit to all the new people. They seem to be really nice. Oh, and between. I found a cave not too far from this camp. Ну, книга здесь какая-то тоже на английском. Итак, мы приступаем проходить карту. Только я думаю, нам надо найти редстоун. Да. Надо найти редстоун, и в той пещере есть блок редстоуна воды. Я думаю, надо... Я, в принципе, начинаю. А я уже по деревьям лазу ищу. Да, я тоже, Алекс, по деревьям. Кирку, что ли? Найти или что? Да. Какую кирку ты? Редстоун? Чисто блок редстоуна найти, блин. Нет. Редстоуна. А, вон я что-то вижу, парни. Там пещера, там блок редстоуна. Вот туда-то нам и надо пойти. Да, вижу. Сейчас, парни, приступаем к поискам. Мапка довольно интересная на первый взгляд. Нам нужно найти какую-то кирку, что-то нам найти или... А вот кирку. Скрафтить самим. Мне кажется, нам надо... Там верстак, кстати, стоит и печь. Может, реально надо скрафтить самим? А, в печи было золото. Одно. Одно золото. А одно золото это... Так, ну правило-то не ломать блоки. А может, кроме редстоуна... А, вон, что-то есть. Кроме глины. Не ломай блоки, кроме... О, парни, я в бездну упал. Парни, все, я помер. Я чисто в бездну куда-то упал, короче. Здесь погонял. Парни, а там кое-где был, короче, сундук. Да, а вот, может, есть что-нибудь есть. Там вон, короче, сундук стоит. И там была книга, и все. Парни... Погнишки. Так, я здесь что-то ничего не нашел пока. Алекс, а ты что, по деревьям обгоняешь? Нет, уже нет. Я по ним погонялся, ничего не нашел. А! Может, у жителей что-то есть специальное? Не знаю. А здесь че... есть жители? Да, есть. Один. А нафига вот эти коровы здесь гоняют, парни? Да какая, да после... Не знаю, я их убил, чтобы еду получить. Ой, я к жителю обратился. Так, у него око эндермана 7 эмеральд. Ой, 7 изумрудов на око эмеральд. О, у одного один этот эмеральд на красную пыль есть. Какой эмераль, а? Ну, изумруд. Этот, да. Вот здесь у одного... Вот красная пылька не нужна. Мама, Алекс, вот здесь, короче, у одного есть один изумруд на 3 красных пыли. Найдите, у кого можно мясо придать. Вот железный топор есть. Чё? О, блин, 16, бля. Надо найти, у кого мясо есть. Да, надо. А зачем, пацаны, вот эти коровы здесь? Вот, один изумруд на 3 редстоуна. Вот, я про него и говорю, Антон. Парни, а зачем здесь коровы всякие ходят? Да те, мы откуда знаем? Ну, неспроста красные коровы-то ходят. Да почему? Я их никогда в биоме... Может, у них редстоун есть? Да, кстати, в них же редстоун, блин. Так-то нет, у них не редстоун. Может быть. Сейчас я одну завалю. У них нету редстоуна. Я сейчас проверю. У них еда есть. Парни, да. Ни у кого там нельзя... Да блин, достал. Да Макс мне тут звонит. Да... Я нашел. Чё? Оказывается, надо было просто по блоку ударить. Пошлите в пещеру. С
смысле ударить? По блоку ударить, он загорается. Ну и что? Ну, пошлите. Ох ты, блин, умник, слушай. О, здесь сундук есть, книга. Теперь подождите, тут ставать. Этот есть. Так, можно ломать блин. Wow, who could а, нет, оказывается, have built this? And what's behind, I noted them, it seems to be some kinds of puzzle. The gold block gives power, and if the gold... Здесь, короче, золотой блок что-то делает, как я понял. Так, ты чё ломал, Алекс, в креатив зашёл? Mm-hmm. О, я нашёл 10 редстоуна. О, а я нашёл проход в бездну, Антон. Назад пойди. Парни, ты пошли меня к себе. Давай, иди туда. Да как я туда не запрыгну? У меня 17 редстоуна уже. У меня Алекс, так, и тут да. Вода. Ну, давайте вы уже, идите дальше-то. Да, блин, Алекс, а ты админ? Да. Да, сейчас я чё не админ, Тоха? А зачем? Слышь, Алекс, куда идти? Я понять не могу. Сейчас. Давайте я вас ТП-шну и всё. Нет, стой. Мы должны подумать. Не, надо редстоуна два. Да? Да, два редстоуна надо. Так вот, ну я уже прошел дальше. Как ты прошел? Да, ушел. Да у него было 17 редстоуна, блин, потому что. Да Антон, нет. ТП. Ну. О, у меня красный факел есть. Он не нужен, да? Есть. Да, красный факел. Видишь, да? Все, пошлите туда. О, меня. Ну ты сам ТП-шнись ко мне. Ой, блин. О, блин. Так. Затем. Я в эту сторону иду. Так, ну я в другую в какую-то. А я погнал к вам. А вот я походу понял, куда идти. Она стреляет в скелет. А, и точняк. За тобой бежит скелет. Блин, 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 вали его. Вали! Блин. Может, побыстрее будешь как-то мне помогать? Не ломай! Не ломай! Проход можно ломать! Для... И нет. Поэтому открывается о, проход. О, парни, здесь красной пыли. А. 10 красной пыли у меня. Видишь, я сломал, и сейчас что-то откроется. Да, и золотой блок можно так ломать. Что здесь можно... Не, золотой нельзя, ты что? Золотой тоже написано. А. Блин. Стойте, подождите меня. Вот, я еще что-то делал. Это было просто на высоте. Что-то строит, мать готовит. Так, ну и чё в сундуке? Чё? А вы подобрали мои вещи, там редстоун был? Нет, я не подбираю ничего. Я подобрал два штуки. О, типа... Ой. Говно туда. Сейчас кончится. А, там ничего... А, вот, пути. Вот там. У меня там какая-то. 16 редстоунов в сундуке. Так. Открылся проход. Ой, блин. А, туда надо наоборот. Да. Так, все, через лианы проходим. Так, вот. Так, тут редстоуна очень много в сундуке. 25 уже. Блин, здесь лабиринт какой-то, парни. Репакст. А, да. Ой, здесь паркурчик. Так. Что-то мне кажется, Алёша. А зачем редстоуном? У меня уже его очень много. Так, тут на, Алёша, это повторить или забери. Слышь, Лёша, как вы туда прошли? Там проход есть. Где? Да, ну, а ну вы... Кира. Так, что-то вот есть. Вот редстоун надо, наверное, подводить. К этому... Слышь? У меня тоже есть 10 редстоун на всякий случай, если чё. Вот, вон туда, нет. Где-то здесь тоже. А, вот всё нашёл. Вот. А может вот так вот просто? Лёша, по лианам забрался. Нет. Ага. Не, парни, вы редстоун подводите? Да. Мне кажется, тупо по лианам вот так забираешься. А вот всё, вот так надо.
Да ты иди. Да что ты орёшь-то? Вот так вот надо было. На... Не, ну тут лианы есть все равно, ну. Но... Ладно, чё. Подальше. Так, бери опять повторитель. Так, стоп, надо. О, на парни, тебе тогда весь Ростов. Здесь кое-что есть. Погнали. Крипер. Ну тут антикрипер установлен. Кто меня ты пошмит? А тебя чё? Ага, окей, сейчас. О, здесь красной пыли много и повторитель. Да, ништяк. Теперь мое дело пошло. Так, вот здесь надо сломать блок. Пыль мне дайте. Дайте мне мою пыль. Глину? Всю пыль. Всю пыль. Зачем? Кого? Надо. Пыль. Пыль? А, на. На. Ой, да, я блин. Не... Алекс, повторитель надо? Да, дай ему, он лучше разберет. Так, Алекс, вот там. Блин. Там открылся проход вверху, если вы видите. Я уже пошел туда. Это я его открыл, там, короче, где-то блок был. Так, ну тут вагонетки. Берите себе. Я уже поехал. На вагонетках. Давайте, догоняйте меня. Ладно. Всем спасибо, с вами был Ломалик. И мне надо уйти. Блин, да, Алекс, это моя вагонетка. Ты куда? Мне надо уйти. Так, ну ладно, мы будем продолжать. Ай, фак. Так, тут опять вниз. Фу, блин. Мне надоели эти вагонетки уже частично. Ой, фу, как я умер, блин. Антон, ТП меня к себе, я умер, короче, как. Сейчас. Ты на вагонетке? На какой сейчас так? Так, а, ну, New Durher. ТП. Ну, херре. Пирог. Туха. О, Антон, ты меня за ТП-шал. О, там сундук есть. О, здесь красная пыль и повторители. Ништяк. Сейчас я что-нибудь закрафчу здесь. Закрафт букете. Так, да, вот, молодец, Антон. И нам должен открыться проходик. Вот. Что? Туда прыгаем. Куда? А, ну вот, где я уже. А, вон проход. Вода там, да? Так, черт, у меня лагает. Да, да блин, жестко лагает, а все. О, сундук, здесь красная пыль. И книга какая-то. Ну, книгу я брать не буду. Антон? Что? Там наверх проход есть, если что. Да. В сундуке очень много красной пыли. Так, так, тут. Так. Как мне кажется... О! Подожди, о, Антон. Интересная карта. А, такая не очень сложная пока. Пока. Ну да. Так. Поначалу многие карты, кажется, простыми. Так, ты сундук обобрал, да? Да, тут опять красный пыль. Ломай. И... Ага. Ты вперед. О, какой-то заход. Подожди, Антош. Так. Зря, мне кажется, книги... Тут опять стали. Много редстоуна, у меня уже стак этого редстоуна. Так. Хобана. А, вот оно что. Так. Так, тут редстоун и повторители. Бери повторители, Кирилл. Где? Ну, наверх уже поднялся. А, да, сейчас я возьму... я заберу весь редстоун у них. Да, у меня тоже около стага, уже пол стага ровно у меня сейчас вот. Так, ну тут опять книга. Подожди, Антон. Оба. Новый блок. Ломайте, ну. Ладно. Изумруд. О, изумруд. Так.
О, смотри. Это я систему подключу. Только надо еще один, походу. Да? Здесь на одного человека. Да. Ну-ка еще раз нажми, Кирилл. О, во, как раз, самый раз. А, так тут Кира, вон оно что. Тут надо было вот, чтобы это вот по льду пошло туда, а ты взял, забрал. И стекла еще сломал. Да блин, Кира, отойди. Дай мне этот жемчуг. Ну, а, на, тебе сколько? Да, ну ты что сделал мне? На, вот я тебе дам. И просто оно должно было покатиться по льду, и дверь открылась бы. Так, тут опять редстоун. Так, сейчас чуть-чуть. Так, и чё? И ничего. И в сундуке редстоун есть. Так, а вот проходик есть, Антон. Ну так он не попадает чисто на блок. Да? Да. Может вот так вот сделать, конечно. Я не знаю, так. Вот, может, еще. А, да, кстати, давай. Подвести к этому. Ага, вот оно что, и так. Ага, мы с Антошей догадались. О, все. Так, что лаги. Да, Кирилл, отойди оттуда. Чего отошел вообще далеко? Что-то у нас лагает, поэтому сделаем вот так вот, потому что. Так, где-то что-то. А, вон, погнали, Антон. Опа. Мы видим нашего врага. Так, ну паучок. Ты пока делай, а я космирального блоку подведу. Да блин, не подбирай мои вещи. Ладно, ладно, я здесь стою, фигарю. ТП пойми. Блин, как он так валит меня. Так. Все, проходим дальше. Угу. Вот. Так, тут опять повторитель. Блин, какая-то система сделалась теперь. А, вот оно чего тут. Типа вот. О, все, я нашел, что делать. О, здесь куда-то, Антон, я забрел. О, ты уже зашел? Да. Вот че. Сундук просмотрел, да? Да. Так. У меня уже около 100 редстона. Так, ну тут золотой блок надо к чему-то подвести, наверное. Так, надо повторитель. Да, повторитель. Сейчас. Атас. Нет, точно не туда. Подожди, подожди, надо посмотреть. Есть какие-нибудь еще блоки? Да, ага, вот оно что. Книги. Подожди. Ой, блин. Вот так. Да все. Все, что-то заработало? Не, ну ступеньки поднялись, да, может еще раз на вот. А, вон вот надо. Нам надо, чтобы она попала туда. А, ну-ка погодь. Тихо. Так, сейчас она опять не туда. Так, надо. Так, вот здесь. О, здесь какой-то вход открылся прикольный. Ага. О, здесь много вагонеток. Ну, все, я поехал. Блин, тебя толкнуть? Я уже поехал. Ну, это потому, что я тебя толкнул? Нет, там кнопка есть вообще-то. Да? Да, на стенке.
Вон, я вижу тебя, ты едешь. Ой, я тоже погнал. Прям за тобой. Угу. Что-то тут долго очень ехать. А, все. Так. Нифига не все. Опять. Я приехал уже. Да? Да, так, тут сундук. Подождите, мне кажется, что мы уже здесь были. Не, а мы здесь... Были. Да, что ж все, сундуки пустые. Видишь, вот мы, смотри, здесь были. А, все, мы не туда просто пошли изначально. Вот, да, я туда пошел, а надо сюда, видать. Пошли теперь сюда. Так, тут тоже пустой сундук. Мы здесь тоже были, Андрю. Помнишь, мы здесь проходили? Потом мы вот здесь прошли, в воду пошли наверх. Да, дорогие телезрители. Ой, ютубозрители. Ютубозрители. Мапа довольно веселенькая. Да. А, надо моба, а? В воду. Вообще ничего не понятно. Там зомби крутится. Ну, а я его в воду скинул, потому что... Вот, блин. Всю мапу заново почти проходим. Блин. А, ну, так. Не. Не, ну ладно. Да, мы здесь были. Ну, знаю, так-то. Мы что-то не то сделали. Да, мы на вагонетках увидели, глаза озарились. Да. Мы же здесь были, Антон. Да-да-да. Тоха. Ты завтра идешь на доп. Физику? Да. Ну вот здесь мы ехали на вагонетках, кто не помнит. Да, резко так будет. Нет. Так. Тут решетка, ну. Так вот, то есть мы сейчас... Это опять начало это. Черт. Тут оказывается 4 выхода. Вот, Кира, нам сюда. Ну, тогда, я знаю. Во. Да, вот здесь блок алмазный какой-то появился. Надо от золотого к алмазному. Подожди, так. Так. Вот оно. Так вот, Кира, ты куда? А вот что-то открылось. В Эмеральде. Блин. Во, куда-то пришли. Здесь есть редстоун. Супер большая мапа. Наш друг Лёша умеет выбирать карты. Да, это он её выбрал. Кто не знает. Я повалил. А, но, ну все там. Что примечательно, на этой карте нету пищи. Вот это самое долбанное на этой мэпе. Вот the map, no pieces. А, блин. Жрать здесь нечего. Да тут скелет, Кира, помогай валиться. Да у меня здоровье, блин, 3 палки. А у меня? 1. Ну, блин. Подожди, я к тебе тфшнусь. Всё, я всех завалю. О, здесь еще есть. О, мне знаешь, что со скелета выпало? Че? Какой-то сундук. Сила 1. Лук сила 1. А, ну лук, да. Бывает такое? Да, зачарованный лук тебе выпал. Тебе повезло. Так... А, вот оно что. Да, здесь надо сделать небольшой... Подожди, дай я хоть приводить тебе вот ну, здесь. Нет. Fuck. What the... Max Fox? А, вот, ну тут есть... Да блин! Так, давай, все. Крипер, молодец. Убил. Да. Так, давай опять ломай. Во-во-во-во. Всё, вроде что-то открыл. Подожди, а тут крюк. О, блин. А, блин. Подожди, ТПшни меня не подбирай вещи только.
Хотя подожди. ТП-шей. Воу, вещи мне не надо. Так. Сейчас надо завалить скелетона вот этого. Я уже наверх пошел. Нет, я мне спел. Да тут столько этих. Да блин. Вот я говорю. Не, я наверх. Да мне стрелы. Ой-ё, сколько их там. А! Блин, а... Да ё-моё! Антон, ты хочешь методом научного тыка? Да ё! Кирилл, ты сдох? Нет. Я просто выбрал нормальную позицию. Да, ну блин, не сдыхай только. Ты поэтсни. Ой, сори. Да блин. Так, ну что? Вот я умер. ТП меня. Сейчас, подожди. Ой, блин, а где мои вещи? У меня сейчас. Да, вот эти хвали. А, мам! Ладно. Дай мне мои вещи, Антон. Так, зачарованный, иду. На, все. Алло. Алло, сейчас. Мы еще проходим. А лук зачарованный. На. Да тут невозможно уже. Я включу гейммод, потому что это не должно быть так. Ой, здесь растяжечка. Так, ну еще. Трех ударов могу завалить любого зомби. Крипер. А что здесь тут? А, куча скелетов? Да, его. А я, короче, этого убил. Нэк! Нэк, хэддак! Нэк, хэддак! Встань сюда кто-нибудь. На противоположную сторону. Парни! Все, стойте там. У кого есть стрелы, дайте стрелы. У меня пол какая, это нормально. Мы короче не трогать. Блин, да этот паук, как он так валится? Вы там сундук видели? Так, где проход-то должен открыться здесь? О, вот! Ой, парни! Вот блин. Еще фигня, блин. Да пипец! Парни, ТП? ТП мне? Да тут вообще офигеть. О, Алекс, ты умеешь выбирать карты, твое признав... ТП меня к себе, Антон? Подожди. О, Алекс, твое призвание, картмен. Типа надо... Надо типа вот поделить каким-нибудь стороном. О, у вас тут голос только с первым германом. Так. Глина. Ты пожмите меня к себе-то, блин. Я сама глина. Алекс, или ты ТП? Я не могу. Откуда у нас собственно чужим нормально? Так, все, сейчас. Ура, да тут будет. Столько мобов, ну. Да вы все равно ТП-шните. Тут невозможно, блин. Пройти, я через креатив сейчас все это пролечу. Это умеешь? Потому что это капец. Откуда у вас жемчужины Интермана? Да там нашли. Так много? Так да. Ой, парни, ТП, 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 парни, парни. Все, е. Я прошел через креатив. Что, ТП меня? Все, да ты. Да. Вон вода есть. Вода. Да. Вода, 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 посипи.
спасибо за воду. А я тут не нашел. Поехали так. Антон, не трогайте уже. Сундук не трогай. Подождите, мы здесь были. Мы здесь были. Надо это опять что? Прыгнуть. Так, и сейчас четвертый проход откроется. В котором мы не были. А, да, вон он. Да. О, круто прыгнули. Так, там... сейчас я чуть-чуть еще. Здесь эсмеральдовые блоки. Изумрудные, Кира. Изумрудные. Они эмеральдные. Да, мы его не проходили. Здесь есть. Сюда, сюда, идите. Чик мой любимый. Че да. Тут паркурчик такой? Ко мне бегите. Ага. Ну ладно, держи. Так, get out. О, смотрите, здесь появился. Ну ты, блин. Сори, Кира. Ну, хватит, а! Ну, да, блин, ну, отлично. Опа, куда я попал там? Так. Ой, мы прошли. Да? Ой, парни! Все, карта пройдена. Всем спасибо за просмотр. С вами был Пирог, Лом Алекс и Антон 99. Подписывайтесь на новые